Короче, сидит теща со снохой в доме. И дед. Нет. Такие. Теща такая. Вот знаешь, невестушка, в доме давно не белили. Плохо, кисточки нету. А невестка такая говорит. Ну сейчас, мама, подожди. Короче, пошла к своему тестю. Обрезала бороду, короче, под самый корень. Сделала кисть большую. Побелила все стены, все там выбелила. Во. Сидят они такие за столом. Ну да, хорошо, все побелено. Вот знаешь, невестушка, у нас вот побелено, а окна-то не покрашены. Плохо, кисточки нету. Я покрасила. Сейчас, мама, сейчас. Она ушла, короче. А у тестя усы отрезала, сделала кисточку, покрасила окна. Ну и все, короче. Ну, а дед нахуй. Ну, что-то тут вообще странно, блядь, масленица же. Убежал на улицу, короче, нету. А сын возвращается с работы. Смотрит, батя сидит на дереве. Бать, ты чё там? Да вот знаешь, сынок, наши там собрались блины делать, а я вот еще не знаю, есть у них яйца или нет. Всем, ребята, пока. С масленицей.